Еще пару дней назад вы беззаботно плескались в теплом море и загорали на пляже под южным солнцем. А уже завтра вас ждет душный офис и горы накопившихся за время отсутствия дел. Говорят, что больше всех нуждается в отдыхе тот, кто только что вернулся из отпуска. И в этом есть доля правды. Казалось бы, вы полны сил и можете свернуть горы, но запас энергии куда-то улетучивается в первый же день еще до обеда. Коллеги раздражают, а от начальника хочется спрятаться. Так как быстро вернуться в рабочий режим, если нет ни настроения, ни желания трудиться? Утро перед первым рабочим днем обязательно должно быть добрым. Приготовьте вкусный завтрак, сварите кофе, включите любимый сериал или музыку, сделайте легкую зарядку. Вспомните все позитивные моменты, связанные с работой. Представьте, как вы покажете фото и видео, сделанные во время отдыха своим коллегам. Поделитесь впечатлениями и вручите маленькие сувениры. Это поднимет настроение и зарядит вас позитивом на весь день. Очень часто после отпуска вы видите перед собой горы работы, и это пугает. Если есть такая возможность, постарайтесь сделать свой первый трудовой день максимально спокойным и свободным, чтобы постепенно войти в курс дел. Распланируйте свое время вплоть до мелочей. Выполняйте задачи одну за другой, не хватаясь в панике за все сразу, так как чрезмерная нагрузка может негативно сказаться на самочувствии и психологическом настрое. Каждый час устраивайте себе небольшой перерыв, особенно если у вас сидячая работа. Постарайтесь не задерживаться допоздна, не брать работу на дом. Откажитесь от всех разговоров на тему работы вне офиса. Больше времени проводите на свежем воздухе, правильно питайтесь и вовремя ложитесь спать. Найдите для себя ту мотивацию, которая будет стимулировать вас на активный и плодотворный рабочий процесс. Например, если в ближайшем будущем планируется ваше повышение, то стоит показать себя во всей красе. Начальство, несомненно, оценит ваши усилия. Ну и, наконец, начните планировать свой следующий отпуск. И это ли не лучший стимул к работе?